Итак, мы начинаем наше занятие. Как обычно, все йога-практики начинаются с того, что мы включаем внутренний свет. Берем внутренний минус, внутренний плюс, соединяем, настраиваемся на взаимодействие со своим телом. Очень важно расслабить внимание и соединить его с потоком дыхания. На самом деле тело дышит само, никаких напряжений по поводу дыхания. Складываем кисти рук в замочек и делаем такую волну, так, чтобы немножко разогреть суставы. И теперь стопы. До максимума поднимаем пяточку вверх и на стопе перекатываемся. Угу. Продолжаем удерживать внимание на потоке дыхания. И теперь первое животное, которое обычно поднимает нам настроение, это кошечка. Становимся на коленки. И так, чтобы бедра были вертикально, руки прямые вертикально, шагаем ладошками вперед. Прекрасно, прекрасно. Когда кошечка просыпается, она подтягивается. Плечевые суставы, оттягивая от головы, подтягиваем во время вдоха хвостик вверх. Сделайте глубокий вдох и прогнитесь дугой вниз. Хорошо. А на выдохе дугой вверх. Когда-нибудь наблюдали за тем, как кошечка злится? Вот такая агрессивная кошечка. Расслабьте шею, подтянемся. Вот так, хорошо. И еще раз вдох. Кошечка дугой вниз. И на выдохе кошечка дугой вверх. Замечательно. Подушечки стоп у нас на полу, пяточки вверх. И теперь напряжение в ладошках в области указательных и больших пальчиков. Разворачивая локти чуть-чуть наружу, отталкиваемся от ладошек, выпрямляем ноги и подтягиваем хвостик вверх, переходим в собачку. Собачка, когда просыпается, наверное, вы наблюдали, да, за тем, как она подтягивает хвостик вверх. Мы расслабляем шею, открываем подмышки и направляем напряжение в хвостик. Как наши собачки себя чувствуют? Викочка, отпускаем шею, хорошо, хорошо. Итак, на выдохе глубоко втягиваем пупок к спине, на вдохе выпячиваем. Так, чтобы внутренние мышцы животика хорошо сработали. И хвостик вверх. Вот, хорошо. Между стопами длина одной вашей стопы. И теперь игривая собачка. Поднимаемся на подушечках стоп максимально вверх. Максимально пяточки вверх. Копчик, хвостик вверх. И очередной выдох. Пяточки опускаем к полу влево. Стоим, 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 стоим. Также продолжаем, продолжаем. Поднимаемся на пяточку, на под. Угу. И теперь влево пяточку, прямо в пол. Разворачиваем, разворачиваем. Вы почувствуете, как... Угу. Вот, хорошо. Пяточка коснулась пола слева. Во время вдоха подтягиваемся на подушечках стоп вверх и к центру. И теперь вправо. Прекрасно. Тож сьогодні ми гарно попрацювали, стали бадьорішими, веселішими. Тож тренуйтесь з нами та завжди будете в гарному настрої. Оставайтесь в хорошем настроении, и хорошее самочувствие не заставит себя ждать.